Потребительский кооператив – одна из точек роста новой экономики. За круглым столом представители власти, науки и бизнеса обсудили проблемы и перспективы развития кооперации в нашем регионе. Белгородцы увидели сразу три мюзикла Московского театра Стаса Намина «Иисус Христос. Суперзвезда», «Маленький принц» и «Космос». Вместе с главными героями они рассуждали о тайнах бытия и простом человеческом счастье. 8 премьер, обменные гастроли Министерства культуры и победа на Международном театральном форуме. Белгородский драматический театр завершил 79-й творческий сезон под зрительские овации.